Жаркие споры, разные взгляды. За 5 лет работы Самарская городская дума ежедневно трудилась над созданием и повышением уровня комфорта жизни горожан, над улучшением сфер социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. На 68-м торжественном заседании Думы 5-го созыва с отчетом выступил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. В центре внимания депутатского корпуса находились многие проблемы. Так, впервые за долгие годы немалая доля расходов была направлена на сферу образования. Только за прошлый год было открыто больше 2000 мест в детских садах. С успехом заработала система билдинг садов. Еще 10 дошкольных учреждений будут построены на территории города, в отдаленных и густонаселенных районах. Спикер Гордумы доложил о работе и о тех изменениях, которые ждут депутатский корпус в скором времени. 13 сентября пройдут выборы в районные советы депутатов. Из их числа впоследствии будет сформирована Дума 6-го созыва. В нее войдет 41 депутат. Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей. Впервые за 15 лет многие полномочия спускаются на низовые уровни органов власти, тем самым мы сможем приблизить власть к народу. По мнению горожан, Дума 5-го созыва всегда отличалась той самой близостью к народу. По обращениям жителей, депутаты всех округов оперативно выезжали на места и помогали в решении актуальных проблем. Все 5 лет Дума слаженно и продуктивно работала над решением городских вопросов, отметил глава администрации Самары Олег Фурсов. Конкретные и качественные изменения – лучший критерий деятельности. Наиболее показательной эта работа стала в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Так приводится в порядок скверы и парки, идет активная борьба с несанкционированными свалками, а в этом году продолжился масштабный ремонт городских дорог. Дороги в Самаре на протяжении многих лет были проблемой и болью горожан. Благодаря слаженной работе администрации и Думы Самары были найдены и привлечены средства на масштабный капитальный ремонт многих магистралей. 13 городских дорог будут отремонтированы до конца текущего года. Осенью после выборов 13 сентября в Самаре будет сформирован новый орган законодательной власти и продолжит работать на благо Самары и ее жителей. Марианна Мирная, Артем Сулейманов. События.